Всем привет! Сегодня еще один донат от моего подписчика Равиля. Он попросил записать для него песню Батырхана Шукенова «Ата на на». А для тех, кто не знает, Батырхан был лидером группы А-Студио, советская группа. Они известные были, их по телеку показывали. И после 2000-го он начинает сольную карьеру и записал клип на песню «Ата на на». В переводе с казахского переводится как «Родина моя», песня на казахском языке. Ну, для русского человека немного необычно слышать песню на казахском, но я думаю, казахам она должна нравиться. Песня медленная, лиричная, про родину на казахском языке. В общем, ну, должно симпатично получиться. Играть мы будем сегодня на ля гармошке в четвертой позиции. Но там в середине происходит какая-то дичь, там происходит модуляция. Они пригласили оперную певицу. Певя! Дичь! Дичь! В общем, дичь получается, потому что она поет в своей тональности. Она, наверное, им сказала: идите хрен, я буду петь в ля миноре, мне низко, и я буду петь как мне удобно. Поэтому там модуляция, и я возьму просто до гармошку, тоже настройки пади, и сыграю партию певицы на до гармошке, а всю остальную песню буду на ля играть. Ну, в общем, ничего сложного. Если есть у кого настройка пади, можно играть все на паде, но вот я буду играть на ля. Поехали. Атана на гармошка ля.
Это дичь? Это дичь? Дичь. Ну, в общем, да, это такая дичь получилась. И вообще я хотел сказать, кто что придумает, если вы что-то хотите, чтобы я на губной гармошке сыграл, даже вот такие необычные мелодии, присылайте мне донатики бесплатно, не пишите мне, я все равно не буду разбирать, потому что если это все делать бесплатно, вы не обижайтесь, просто тогда просят записать много всего, и если человек не готов заплатить, я не готов это для него разбирать. Вот, но у меня есть голосовалка, вот видео с голосованием, перейдите по ссылке, там можно написать свое предложение, и самое главное, пролайкать предложение других пользователей. А какое предложение больше всего лайков наберет, то я буду разбирать из голосовалки. У меня там пару мелодий осталось, еще в очереди разобрать, потом я возьму что-нибудь оттуда. Так что перейдите по ссылке и полайкайте мелодии, которые вы хотели услышать в моем исполнении на этом канале. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и регистрируйтесь у меня на сайте видеогармошки.ру, где я выкладываю табы и минусы для своих видео. На этом все. Прощаюсь. Пока. Равилю привет. Спасибо за мелодию.